11-классники могут это сделать у себя в школах. Выпускникам прошлых лет, имеющим на руках документ государственного образца о среднем, общем, среднем или высшем профессиональном образовании, а также обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования, подавать заявление нужно в Котласский педагогический колледж по адресу Мелентьева, 31. Телефоны для справок сейчас на экранах.